Опять у меня ужин сегодня на улице, в беседке. Яблочки вон висят уже зелененькие. Вот. Сегодня я уже питаюсь по режиму. Не больше 1800 калорий мне нужно съесть в течение дня. Для того, чтобы сбросить от 5 до 7 килограмм до 16 июля перед операцией на желудке. Вот. Вот такая порция у меня здесь капуста. Ой, господи, какая капуста! Морковка по-корейски, окунь на гриле, на электрогриле я дома делала. И, как обычно, пучок петрушки большой. Такое красивое вообще. Еда должна быть не только вкусная, но и красивая. И кусочек хлебушка черненького. И все. В принципе, я не так, что прям сильно есть хочу. Я на работе пообедала в 3 часа, поэтому, ну, все равно надо покушать. Сейчас время уже 6:30. Вот. Девушка пишет, обязательно похудеете. Это знаете, где видео было, там мне написали комментарий, чтоб ты не похудела. Это мне, знаете, как напоминает людей таких, как вот есть, знаете, как вот, чтоб ты сдохла там. Желают, да, такие есть люди. И, ну, как бы я таких именно лицо к лицу не встречала. Но я знаю, что такие люди есть, которые, чтоб ты сдохла, чтоб ты заболела, чтоб у тебя ничего не получилось. Это, наверное, какая-то или зависть, или что. Может, у людей, знаете, нет денег там на еду, на одежду. Может быть, в жизни, в личное что-то у человека, да, ну, не получается. Он злой, ненавистный. И заходит в ТикТок и пишет, строчит всякие гадости людям, добрым людям. Потому что я добрый человек, я гадости не желаю людям. Наоборот, стараюсь помочь. Если что-то надо, я подскажу. Поэтому, если что-то надо, обращайтесь. Окунь очень вкусная рыба. Очень вкусная. Она, конечно, дороговатая у нас, но она очень вкусная. И она не жирная. Вот это мне нравится. Я желаю всем всего хорошего. Доброго вечера.